Всем привет, сегодня с вами Вилесов Иван. И я пока что еще ничего не понимаю, но в радости у меня уже на самом деле полные штаны. Благодаря одному очень хорошему человеку у меня на время появилась такая штучка. Называется это Arduino Nano 3.0. В общем, на ее базе, на базе вот этой платки, можно построить очень много очень интересных вещей. Я на ней, на базе этой платы, хочу построить некое устройство для скутера. Сразу скажу, полностью не буду рассказывать, что хочу сделать, но попытаюсь сделать. Значит, тут очень интересная программка Arduino 1.6.7. Значит, и, собственно, она рассчитана во многом на начинающего пользователя, то есть такого, как я, который в программировании, вот в электронике вообще абсолютно не бум-бум. И здесь есть пробные такие примеры. И я сейчас хочу буквально прямо с вами сделать кое-что. В общем, у меня здесь есть светодиод. Светодиод запитан на 9-й пин D9, если вот кто-то видит. И также запитан на землю, на основной пин через резистор. Тут у меня кнопочка. С кнопочкой я пока еще не разобрался. Сейчас буду что-нибудь придумывать. В общем, я ее заставил, чтобы она у меня 1 секунду горела и 2 секунды не горела. И это повторяется по кругу. Ну, это опять же с помощью уже написанной встроенной программки. Язык здесь C. Значит, здесь у нас задается 9-й пин. Здесь тоже 9-9. Я сейчас хочу сделать вот что. Я сейчас возьму вот это вот, скопирую. Так, скопирую вот сюда вот, вставлю. У нас получилась вот такая вот штука. Значит, и здесь у нас, я так понимаю, в каких-то миллисекундах, ну, в общем, вот это получается 1000 это 1 секунда задержка, 2000 это 2 секунды задержка. Давайте сделаем. Так, значит, она у меня 1 секунду горит, 2 секунды не горит. Значит, давайте сделаем, она у меня будет полсекунды гореть, полсекунды не гореть, секунду гореть, потом полсекунды опять не гореть. Так, проверим. Компиляция скетча. Ну, собственно, загружаем. Такая кнопочка называется «Вгрузить». Так, все загружено. Arduino замигала. И теперь она у нас ведет себя вот как. Давайте попробуем. Мне охота сделать, чтобы она прям вообще быстро мигала. Давайте здесь поставим 1. Здесь 1. Здесь пусть будет 2. И здесь 500. Так. Загрузить. Компиляция скетча. И Arduino чик-чик мигнула. И давай, опа, смотрите, как замигала. Прикольная штука. В общем, я надеюсь, у меня с ней получится что-то сделать полезное, а не просто так лампочкой баловаться. На этом на сегодня все. С вами был Вилесов Иван. Всем спасибо за внимание. Всем пока.